Гелик. Можно даже уже не заводить. Гелик. Короче, А6 какая-нибудь, Audi. Ребята, привет, как дела? Такой напряженный график последние дни, что в спортзал просто еле успеваешь забежать. Выжимаешь маечку прямо на скорняках. И летишь дальше двигаться. Неделька прям тяжелая. Завтра длинный перелет ждет меня. Фух, в общем, весело. Как у вас дела, как настроение? Как ваш спорт? Не забывайте про спорт. Спорт – это сила. Вот много раз об этом говорю, говорил и буду говорить. Вот, чтобы жить в напряженном графике, две пары кроссовок, особенно вот таких беговых, вполне достаточно, чтобы просто фух, дал жару и дальше готов газовать. Ребята, как-то я вам хотел рассказать историю про одного еще парня. Я периодически рассказываю про своих подписчиков. Вот, и хочу рассказать сегодня про этого парня. На мой челлендж «Ни дня без спорта» откликается довольно много людей. Кто-то пишет, что вот я тоже, как ты, начал заниматься каждый день. И у всех разные результаты. Кого-то хватает на 30 дней, кого-то на 2 дня. Кто-то, кстати, сейчас уже почти 1000 дней пробежал. Есть такой силовой пацан. Вот, ну и так далее. Вот, но я сейчас не про них, про всех. Я, кстати, хочу сказать, что спасибо всем, кто поддерживает мой челлендж. Я действительно считаю, что это очень полезно и круто. И я бы хотел мотивировать вас, потому что мне вот это максимум, что мне доставляет удовольствие, чтобы вы сами мотивировались. Потому что у меня нет цели что-то доказать кому-то, показать, рассказать, мне вообще все равно. Но если я хоть приложу маленькое значение к вашей мотивации, и вы станете заниматься спортом благодаря моим сторисам, я буду очень рад. Так вот, сейчас расскажу про одного парня, которого зовут Владислав. В следующем сторе, я думаю, очень интересно. Так вот, ребята, простой парень Владислав из Белоруссии написал мне, что он замотивирован моим проектом «Ни дня без спорта», что он замотивирован нашей коллаборацией с Жекичем Дубровским и нашим проектом, автосалоном «Fresh and Syndicate», что от его города до нашего салона 762 километра, и если он будет каждый день бегать по 6 километров, то добежит до нас за 121 день. И вот сегодня 121 день. Он сделал этот челлендж, и мы тогда с ним договорились, что если он добежит, то мы обязательно с ним встретимся. Так вот, на следующей неделе я прилечу в Москву, встречусь с этим парнем, познакомлюсь, пообщаемся. И вообще я считаю, что вот такие простые вызовы, которые любой человек может сделать сам себе, можно кому-то, конечно, как он сделал, можно просто себе кидать вызовы. Это и есть то, что нас мотивирует и развивает. Я посмотрел на его профиль, я на него подписался, клевый пацан. Он читает вместе по книге, бросает все какие-то вызовы, пытается развиваться. Вот это, я считаю, и есть ключ к успеху у любого человека. Так, друзья, всем доброе утро. Ни дня без спорта. Сегодня 121 день, как, в принципе, я и планировал. Я добежал до Москвы, в общем. По моим расчетам, если быть точным, я пробежал...